Всем доброго времени суток, так как у нас стоит днем вообще какая-то непонятная жарища, духотища. То есть на улицу можно выползти либо вот утром, либо вот под вечер. И то сейчас под вечер сейчас вылетает всякая мошкара, комарьё и тому подобное. Ну хоть более-менее можно как-то что-то показать. Хотел дома обзор снять, но дома что-то как-то неинтересно. Вот все-таки природа, свежий воздух. Нету никого, никто там не заглядывает из-за косяков, советы не дает. Титры не показывает сурдопереводом, ну и тому подобное. Ну ладно, сегодня хочу сделать обзор вот такой катушечки. Катушечку эту я уже показывал, там если что, там ссылочку оставлю на обзор самой посылки. Это Forstage Neo 2000. Значит, сначала хочу сказать вообще, как она появилась, почему именно это. Еще раз, так скажем, напомню, что появился у меня спиннинг новый. И так как я, ну, основная, так скажем, специализация джиг, и поэтому у меня возник такой вопрос: а чего ж на то спиннингу поставить? Какой катухен? Думал, лазил, чего-то там по интернету смотрел, искал, думаю, этот, не этот. Ну, там, если нормальная катушка, там ценники такие неподъемные. Ну, не нашел я, короче, ничего умнее, как просто напрямую обратился к Григорию Безменову. Там ссылочку на их сайт, на их канал я оставлю. Ну, вы, наверное, и так все его знаете. А смысл такой: прислали спиннинг, советуйте катушку. Ну, и посоветовал мне, ну, тут совет такой, но только, так скажем, в рамках ограниченного бюджета. Потому что мне уже тут советовали, ну, спиннинг за 18, значит, надо катухен там тысяч за 20. Ну, я, конечно, рад бы, да? Ну, ребят, я столько не зарабатываю. Можно, конечно, позволить, да, если у меня детишки там согласятся сидеть 2 месяца, не кушать, не пить, не есть. Почему нет? Зато папа будет ходить с крутым катухеном. Хотел столик с собой сегодня взять. И что-то пока с дома убегал, короче, и забыл. Я сейчас, наверное, куртку так постелю, чтобы там не тыкать вам в лицо это вот, а вот это вот такая шпуля там, а вот это вот такая коробушка. Я сейчас все это дело вот так вот просто камеру переставлю и буду спокойненько вам рассказывать, показывать. Добро? Ну все. Попробуем как-то так, в полевых условиях, так скажем. Чуть ли не в окопах. Ну ладно. Значит, катушка. Forstage Neo 2000. Открываю, пришла в такой коробочке. Сразу, чтобы не было никаких вопросов. Made in, да? Ну, конечно, если вы хотите, чтобы здесь было написано Made in Japan, то к ценнику надо там немножко кое-что подрисовать. Открываем. И что мы здесь видим? Я уже так немножко показывал обзор. Первое, это ручка. Ручка достаточно ухватистая такая, кнобик такой достаточно, ну, вызывает ощущение такого чего-то, ну, крепенького, сбитенького. Да, кстати, кноп видите, да, под отвертку, то есть в случае чего можно развинтить, там посмотреть, что там, подшипники, не подшипники и так далее. Отлично. Далее, сама катушка. Сразу хотелось бы сказать, что упакованы вот в такие интересные мешочки в количестве 2 штук. Они очень интересные. Вот здесь вот можно так хоп, хоп, хоп. Это когда не клюют, сел на бережку так вот, бац, бац, и так успокаиваешься. Кстати, способствует очень развитию мышления, по общему, так скажем, повышению интеллекта, так как развивает мелкую моторику рук. Так, чтоб меня уже не туда понесло, ну ладно. Далее, сама катушка. Вес катушки 245 грамм. Возможно, перестановка ручки, значит, с одной стороны на другую. Шпуля цельная, точеная, алюминиевая в количестве 1 штук. Ну, вроде там как можно еще, в принципе, докупить. И там еще есть разновидность, там есть еще с мелкой шпулей такой. Здесь, в принципе, насколько здесь, не знаю, верить, не верить, здесь написано на коробушке-то на нашей, что сюда влазит так 0,2 240 метров, 0,23 200 метров,
0,26-160 метров. Ну, я так что-то посмотрел, что-то мне как-то не верится. Ну, не знаю. Муж и влезет. Это надо просто смотреть, пробовать, и что из этого получится. Ладно, душка увеличенного объема, да. Здесь, скажем так, в ролике стоит подшипник. Здесь на душке конус сделан, вроде как исключает перехлёстывание лески там и тому подобное. Далее, если следовать, значит, описанию самой катушки, значит, что здесь есть? Система прямого привода с плавным ходом, Direct Drive. Силовые передаточные шестерни Power Gear XP. Легкий сверхпрочный корпус и ротор R-Spin. Специальный ролик противозакручивания лески ATR-3. Винчивающая точеная рукоять прямого привода. Точеная облегченная шпана. Силовой фрикцион Power Drag. То есть карбоновые стальные шайбы, что вроде как там увеличивает сцепление там и тому подобное. Сразу скажу, что фрикцион 5 кг. То есть усилия. Здесь в катушке 7 подшипников АСБ закрытого типа. Вот в таком плане. Здесь идет схемка. Схема на русском и английском. То есть все по уму, все как у людей. И далее у нас есть тут еще в коробке такой пакетик с регулировочными шайбами. В количестве 2 штуки, которые находятся вот в таком zip-пакетике, который предоставляется фирмой совершенно бесплатно. Шайбочки нам нужны для чего? То есть, когда у нас что-то с укладкой, какие-то непорядки, или мы хотим там сделать там обратный конус намотать, там прямой конус, там или там еще чего-то, значит, мы снимаем саму, откручиваем вот этот вот болтик, вот такой вот он. Он себя представляет. Шпуля тоже такая простая, незамысловатая, как, скажем, автомат Калашникова, да. И вот тут уже стоит одна регулировочная шайба. То есть этими там добавил, снял, еще что-то можем добиться именно той укладки, какой мы хотим. В таком плане. В принципе, катушка создает впечатление, скажем так, ну, не знаю, такой тракторишка такой. То есть достаточно такая, ну, вот как сбитенькая, вот это. Шумы. Здесь какой-то шум вроде чуть-чуть присутствует, но это, скорее всего, когда немножко переработается, смазка разойдется и тому подобное. Потому что сначала шумело вроде побольше. Сейчас вроде потише. И, может, мне так кажется. Ну, не знаю. Значит, есть у нас тут, ну, все как обычно, да? Стопор обратного хода, то есть отключаем, мы можем крутить катушку туда-сюда, включили, то есть она у нас крутится только вперед, назад, да, она у нас не... В таком плане ротор тут вот такой вот интересный, весь такой аэродинамический, в принципе, работает, так скажу. Ну что работает, что я вам сейчас могу сказать, я вам сейчас могу рассказать только о тактике технических данных, показать, что она из себя представляет, да. С другой стороны, все-таки нужно половить. Я могу вам тут сейчас напеть того, ого-го-го, ё-моё, сколько. Но с другой стороны, она у меня может там через 3 дня развалится. А может будет 5 лет работать без всяких ТО и тому подобного. У меня Экусима там Риуби. Хреначит уже 2 сезона. Я туда и не заглядываю. И ни ТО, и ни смазок, и ничего. И эксплуатируется там в хвост и в гриву. Вот в таком плане. То есть целью было вот показать, что, где и как. А там уже, ну, не знаю, так скажем, вода уже покажет конкретно, что, где, как она укладывает шнур, как она там работает с тонкими шнурами, с толстыми шнурами. То есть это надо смотреть на практике. Так, сейчас здесь вот так рассказывать, вам там показывать, чего-то там втирать по ушам, то есть, ну, смысла нету, да? Поработает она у меня там 2, 3, 4, хотя бы 5 рыбалок. Тогда я уже смогу там чего-то такое сказать, ну, более-менее конкретно. Ну, а так я могу только сказать, что крутится и красивая. Что я вам сейчас еще могу сказать? Все тактико-технические данные, которые хотите там посмотреть, кто-то там может обзоры какие-то или еще чего-то, значит,
можно в интернете информации найти море, там, где действительно соображающие люди, там вам расскажут, покажут, там все, там измерят с тангенциркулями, там что, где, куда, зачем. Ну, не знаю, потому что, если я вам сейчас начну рассказывать, что, а вы знаете, что катушка собрана в компактном корпусе Power Body XP? Ой, вам тут сразу все стало ясно, что это за катушка, что она из себя представляет, да. Там. Ну, то есть, я не знаю, как у вас, у нас так, я вот больше чем уверен, вот я завтра там поставлю ее на спинку, выйду на берег, да, и первый же рыбак там, который меня увидит, скажет: «Оба-на, Стас, да ты что, ну ни хрена у тебя катушка, я смотрю, она у тебя там в корпусе Power Body XP собрана, в компактном». Я: «Ну да, конечно, а то как же, блин». Если там кто-то хочет вот действительно там все эти тактико-технические данные, там зайдите, посмотрите на сайте производителя, гляньте, что я могу сказать только вот то, что я ощущаю, да, и то, что как она себя покажет потом на воде. Вот в таком плане. Ну, кому будет интересно, можете посмотреть там через месяц, через два какие-то обзоры, или я, может быть, там сниму где, что и как. Пожалуй, обзорчик закончу. Ну, обзор не обзор, но такие мои первые впечатления, скажем, о катушке. А как там будет дальше, там уже будем смотреть. Ну что, всем пока.